Скажите, бывшая супруга постоянно манипулирует и не дает мне детей общаться. Когда это уже закончится, она перестанет это делать? До того момента, пока есть человек, который это воспринимает. Вообще, для чего она это делает? Я вам скажу, вы будете удивлены. Она вновь хочет, чтобы вы с ней жили. Да, правда. Именно поэтому она манипулирует. То есть женщина, если делает что-то плохое, она хочет это сделать для того, чтобы объединить отношения. В случае, если вы не идете на это, а вы не собираетесь, я так предполагаю, идти, то тогда вы должны быть готовы к этим манипуляциям. По поводу детей, вы просто в тот момент, когда вы станете богатым, а это произойдет где-то через 6-7 лет, у вас получится бизнес, вы сможете состояться, будете богатым человеком, то в тот момент она будет сама искать возможность вам детей отдать. Вообще не заморачивайтесь, отпустите